Когда за любовь и жизнь отдать не жалко, тогда она – любовь. Большой театр оперы и балета завершил 83-й театральный сезон оптимистической трагедией. Балет «Любовь и смерть» Паллада Бельбюль-Оглы в постановке Ольги Костель. Прекрасное поэтическое повествование о двух стихиях, наполняющих глубиной и смыслом жизнь человека в ажурном обрамлении восточной музыки, пригласило зрителя в путешествие по страницам средневекового героического эпоса. Минская постановка балета «Любовь и смерть» – третья в его истории. Спектакль по произведению известного певца, композитора, актера, народного артиста Азербайджана Паллада Бельбюль-Оглы уже несколько лет с успехом идет в Баку и Екатеринбурге. Белорусская постановка значительно отличается от своих предшественниц благодаря работе современного талантливого хореографа Ольги Костель, которая не только по-своему прочла древний эпос, но даже слегка вмешалась в либретто и добавила некоторых персонажей. Я хотела сказать сегодняшним языком о той красоте и найти в этом материале то, что нас соединяет. Потому что столько нас всего разъединяет в жизни, мне хотелось вот найти то, что нас соединяет. И я думаю, что я нашла. Конечно, это «Любовь и смерть». С хореографической точки зрения балет представляет собой гармоничное сочетание традиции и современного взгляда на пластическое искусство. Это не контемпорари стиль, отмечает хореограф, но история, рассказанная сегодняшним человеком, с соответствующим подходом к танцу. Мне кажется, что там очень много интересных находок, чисто вот хореографических. И очень хорошее слияние с музыкой, то есть она как-то очень почувствовала музыкальные ритмы, ту мелодику, которая есть, потому что все-таки это такая восточная музыка. Для исполнителей, а их всего три состава, материал оказался благодатным, но непростым. Главным помощником в достоверной передаче национального колорита стала сама музыка. Когда я себя словила на том, что я хожу и пою эту музыку, то есть я постоянно про себя это пропеваю, на эту музыку накладываю хореографию, которую предлагает постановщик, то понимаю, что музыка шикарная. Музыка все время тебя наводит на какие-то мысли. Страх смерти и бессмертие в любви, тайна и истина. Балет «Любовь и смерть» – это эмоциональная подача философских постулатов, где главное откровение принадлежит не уму, но сердцу. Любите и будьте счастливы, а смерть отложим на потом. Пока творцы создают столь прекрасные произведения искусства, нам стоит жить, созерцать, вдохновляться. Отдыхайте культурно.